пару слов о новом объекте Залесской артели. Попросили установить секцию забора, буквально 10 метров, среди них ворота, калитка с металлическим штакетником. Металлический штакетник, кстати, стоит показать. Вот они такие металлические, в принципе, симпатичные и красивые. А по цене то же самое, что деревянные готовые или те деревянные, которые мы бы своими силами готовили. Альтернативы, похоже, нету, потому что металлические просто купил и готово. Деревянные нужно делать самому, а те, которые деревянные и готовые, те, они все равно сгниют, а с металлическими ничего не станет. А с грунтом на этом объекте, конечно, намучились. Мотобур не взял, просто ломом, лопатой тоже невозможно. И, как ни странно, выручил самый-самый дешевый ручной бур. Он у меня уже лежал на выброс, но, к счастью, я его из разных мест собрал по частям воедино. И вот этим ручным буром сейчас вот час за часом бурю. Им получается. Можно зафиксировать промежуточный результат. Завтра будем сваривать уже столбы между собой горизонтальными перемычками. И у этого всего появится какая-то жесткость. Сейчас насыпан отсев, утрамбован, но не сильно утрамбован, чтобы была возможность еще вправо-влево что-то как-то двигать. На этом объекте нет возможности подключиться к электричеству из дома. Дом закрыт, делаем без хозяев. Поэтому привезли свой бензогенератор и все вплоть до сварки от своего электричества. Сваривает Виктор Иванович из деревни Залесье. Сваривает очень качественно, рекомендую. Сразу после покраски пошел ливень. И, конечно же, нам покрасочку испортил. Поэтому привез компрессор, и второй слой уже будет с распылителя. Хотя у нас и валиком неплохо получилось, но прям ливень всю ночь. Вот можно полюбоваться результатом. На самом деле получилось очень красиво и по расцветке, и по аккуратности, но я бы лично придрался к тем задвижкам, которые обычно на заводах, на этих калитках, на воротах делают вот стандартными. Они и двигаются плохо, и сделаны с такими зазорами, что невозможно покрасить так, чтобы краска на них осталась. То есть в любом случае с этих задвижек и с пазов, по которым они двигаются, краска будет слазить. Если бы я занимался производством таких ворот и калиток, то я бы разработал бы другие задвижки. Не штырьки, которые двигаются по трубам. А так красота. Залесская артель, ваши соседи.